Чтобы собрать урожай на таком поле, потребуется немало времени, а также ловких и сильных рук. А если человека заменит машина? Ташкентские конструкторы разработали модификацию арбузоуборочного комбайна. Испытания проводились в Волгоградской области на полях Быковской опытной станции по выращиванию бахчевых культур. За 7 минут агрегат собирает и затем грузит на автомашину 4,5 тонны арбузов. Убрать урожай на таком поле уже не составит труда.